в станице Гастагаевской 25 ноября 1942 года немецкие жандармы начали арестовывать мирных жителей целыми семьями. 134 человека, взрослых и детей. Фашистские изверги держали 3 дня в холодном сыром здании, не давая им ни есть, ни пить. 27 ноября 1942 года во двор к зданию подъехала душегубка. В этот день было зверски удушено 134 человека, в том числе 27 детей. Мы помним.